Территория школы номер 17 пополнилась новыми деревьями. Учащиеся вместе с учителями, родителями и представителями Росприроднадзора высадили 10 саженцев. За этим процессом наблюдала наша съемочная группа. А, вот, смотрите, нормально. Высадка саженцев на территории учебного заведения стала возможна благодаря активному участию школы в конкурсе «Экология – дело каждого», который провел Росприроднадзор. Одной из наград стал сертификат на посадку деревьев. Свои работы ребята выполнили под руководством педагога 4 класса Александры Маматковой. Участвовал весь класс. Мы отправили, вот у нас 28 человек в классе, мы отправили 36 работ, потому что некоторые принимали участие в разных направлениях. Делали и видео, и рисунки, и там было направление «Экосемья». И, конечно, это очень важно, растить ребят, молодое поколение в таком, в духе помощи природе. А ученицы Александра и Ульяна Семенова получили специальный приз конкурса. Школьницы сделали видеоролик, в котором рассказали о том, как правильно выбирать вещи из переработанных материалов. Нам очень приятно, что нам вообще дали такую возможность посадить около школы, ведь мы тут будем еще учиться, и когда будем в будущем сюда здесь проезжать или здесь уже учиться в 5 классе, то мы будем видеть, что вот мы посадили тут наши деревья. Участие в высадке деревьев приняли как ученики младших, так и старших классов. Всего ребята высадили 10 саженцев. Это маньчжурский орех, красный дуб, конский каштан, венгерская сирень и хвойный. Место для посадки выбирали с учетом уже имеющихся деревьев. Сами деревья уникальны по своей сути. Мы их привозили специально из Дендаря другой области. Они будут, по сути, красиво вписываться в обстановку школ. Но где вы еще у нас в городе или в целом в области увидите красный дуб? Я думаю, это уникальное дерево, и это будет очень красиво смотреться, и будет, можно сказать, основанием для того, чтобы другие школы также активно приняли участие. Специального ухода деревья не требуют. Главное – правильно их высадить, чтобы молодые саженцы прижились и выросли. Данная акция, она получилась еще как раз кстати, потому что школа находится сейчас на капитальном ремонте, и таким образом мы еще и территорию немножко благоустроим. Это получилась очень удачная посадка деревьев. По словам депутата Тверской городской думы Дмитрия Нечаева, дети не просто вносят свою лепту в защиту природы, но и учатся быть ответственными. Школьники будут внимательно относиться к деревьям, которые посадили. Когда молодые люди будут оканчивать школу, они непременно вспомнят, как сажали деревья возле нее. Тот ребенок, который посадил дерево, вот он этот день, да любой человек, и взрослый тоже, прожил не напрасно. Я сам много лет назад учился в этой школе и помню, что некоторые деревья, которые здесь растут, небольшими были, а сегодня это уже такие большие старые березы, здесь тополя есть. Я очень надеюсь, что эти ребята, которые посадили сегодня маленькие деревца, тоже придут сюда через много десятилетий, приведут своих детей, внуков и покажут им те уже большие к тому времени деревья, которые они посадили вот в этот замечательный солнечный день. В Тверской области уделяется большое внимание экологии региона. Сейчас на территории Верхневолжья реализуется 5 региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология». По мнению губернатора Игоря Рудени, для региона реализация национального проекта имеет принципиальное значение. В первую очередь, это сохранение и передача новым поколениям природных богатств.